75 новых директоров. Директорский бал холдинга «Life is good» на Кипре. Человек тысячелетия. Признание заслуг президента холдинга Романа Василенко. Для меня очень значима эта награда. Вы смотрите «Life is good news». Подробности прямо сейчас. 3 и 4 ноября в Лимассоле на Кипре проходил 4-й директорский бал «Life is good». В этом году чествовали сразу 75 новых директоров холдинга. Беспрецедентное событие для MLM-индустрии. Перед началом праздничных торжеств 3 ноября была организована деловая часть. Она проходила в формате конвенции. На сцену выходили молодые директора «Life is good», чтобы рассказать свои истории успеха, поделиться личным практическим опытом ведения бизнеса. Из нас делают профессионалов. Нам осталось просто желание и действовать, не сопротивляться. Как мы говорим, брать все, что нам дают, не оценивающе. Не надо оценивать с точки зрения своего прошлого опыта жизненного. Надо просто брать, впитывать и делать. В зале присутствовало тысячи сотрудников «Life is good», в том числе топ-лидеры холдинга во главе с президентом компании Романом Василенко. Участники мероприятия приехали на Кипр из разных регионов России, а также стран дальнего и ближнего зарубежья. Некоторые сотрудники «Life is good» впервые присутствовали на таком масштабном событии. Я здесь, я в нужное время, в нужном месте, в нужном окружении. Я просто счастлива. Когда директора компании рассказывают свой путь, и ты знаешь, что пройдет немножечко времени, и ты будешь стоять там, на этой сцене, и рассказывать уже свою историю. Но они уже там, а я еще сижу здесь, и поэтому мне аж горит все вернуться и начать действовать, делать, и чтобы быстрее быть рядом с ними. Чтобы каждый сотрудник холдинга смог добиться вершин карьерного роста, а также финансового благополучия, в «Life is good» создана уникальная бизнес-система, не имеющая аналогов в мире. Невероятно высокие темпы развития холдинга, в том числе по количеству новых директоров, являются наглядным тому подтверждением. Большое количество людей когда-то нам поверили, и сегодня они действительно получили тот результат, который мы им когда-то обещали. В нашей компании есть своя система, это система IBA Академии. Человек, придя в нашу систему, даже если он ничего не знает, он приходит со своим опытом, мы берем его за руку и просто ведем к той ступеньке, которую сегодня достигли уже многие директора. В рамках конвенции состоялось выступление Нелли Джен, одного из лидеров холдинга. Она представила детальный обзор современных инструментов для успешного ведения бизнеса, которые признаны оказывать сотрудникам «Life is good» всестороннюю помощь в продвижении продуктов холдинга. В завершении деловой части на сцену был приглашен Роман Василенко. Президент холдинга поздравил новых директоров с высоким карьерным достижением, выразил благодарность за проделанную работу и личный вклад в развитие холдинга, произнес напутственные слова. Самая главная работа – это тогда, когда ты уже стал директором. Вот здесь начинается труд, потому что на тебе в десятки раз больше ответственности. Потому что на тебе сейчас лежит задача воспитать под собой лидеров, новых директоров. А для этого ты должен соответствовать. Ты должен сам показывать пример. Состоялось награждение директоров холдинга. Роман Василенко вручил лидерам бизнеса заслуженные знаки отличия из золота с бриллиантами. Завершением дня стала торжественная церемония посвящения в директора. Она проходила в уютном летнем амфитеатре. Молодые лидеры холдинга произнесли слова верности компании «Life is good» и ее президенту, а затем поставили подписи в книге чести. Гостем вечера был приглашен знаменитый венгерский скрипач Эдвин Мартен. Он исполнил классические произведения на скрипке Антонио Страдивари, которая была изготовлена в 17 веке. На сегодняшний день в мире насчитывается всего 8 таких музыкальных инструментов. Утром 4 ноября был организован завтрак с президентом, на котором присутствовали директора холдинга. Такой формат встречи – это отличная возможность пообщаться в неформальной обстановке, обсудить в открытом диалоге текущие вопросы ведения бизнеса. Роман Василенко также поделился своими яркими впечатлениями от путешествия на Камчатку. Поездка была для него подарком от лидеров холдинга. Президенту компании вручили памятный фотоальбом. Мы всегда говорим, что «Life is good» – это наша семья. И вот сегодня в такой обстановке за завтраком мы могли проговорить какие-то наши вопросы насущные, наболевшие,
какие-то, может быть, даже очень личные. Все прошло на высокой ноте, эмоциональной ноте, позитивной ноте. И мы благодарны организаторам за такой новый формат. Далее состоялись тематические мастер-классы по актуальным вопросам деятельности Life is Good. Работа велась в 5 секциях – рекрутинг, мотивация и командообразование, юридические аспекты деятельности Life is Good, финансовая безопасность, философия бизнеса Life is Good. За ходом мероприятия наблюдал президент компании Роман Василенко. Как это работало? То есть человек задает конкретный вопрос, и ему конкретно, причем на примерах, на очень понятных примерах, ему объясняют, почему можно делать так, а не иначе. Многие люди даже не хотели уходить, они хотели слушать, слушать и слушать. Они хотели напитываться, напитываться и напитываться вот этими знаниями. То есть интерес был огромный. Вечером в концертно-развлекательном комплексе «Монте-Капуто» началась праздничная часть директорского бала. Роскошный светский раут. Мужчины в черных костюмах, дамы в красных платьях. После приветственного фуршета гости заняли места в зале, где ожидали новых директоров. Лидеры холдинга приезжали на белых лимузинах. Их встречали ведущие мероприятия Николай Кануков и Михаил Майзель. Участники бала следили за происходящим в реальном времени. На экраны велась прямая трансляция. По завершении церемонии прибытия директоров в Монте-Капуто приехал Роман Василенко. Президент холдинга обратился к собравшимся с приветственным словом, после чего началась праздничная программа. В ходе вечера был показан ряд медийных продуктов, в том числе видеофильм, рассказывающий о жизненном пути директора Life is Good Геннадия Маскаева. На сцене выступили популярные российские и зарубежные артисты, в их числе всемирно известный танцевальный коллектив из Аргентины «Легенды танго», Вера Брежнева, резиденты Comedy Woman, диджей Слон, Эдвин Мартен. Для меня самое важное – передать эмоции, передать душу, передать энергию. Я был очень рад встретиться с Романом, потому что он очень великий человек. И я очень люблю встречаться с успешными. В концерте принял участие легендарный немецкий артист Томас Андерс. В кулуарах состоялась его встреча с Романом Василенко. Спасибо. Президент Life is Good также поприветствовал Александра Реву, еще одного гостя директорского бала. Популярный артист, актер и шоумен исполнил в образе Артура Пирожкова свои популярные хиты. В завершении праздника участники вечера смогли увидеть огненное шоу, а настоящую бурю эмоций вызвал грандиозный салют в ночном кипрском небе. Масштабная, невероятно зрелищная кульминация директорского бала. 14 ноября в Государственной Думе на Охотном ряду состоялся торжественный ужин по случаю официальной церемонии чествования лауреатов премии «Человек тысячелетия». В рамках мероприятия также прошла презентация энциклопедии «Люди нашего тысячелетия». Почетного звания был удостоен президент Life is Good Роман Василенко. Ему были вручены памятная медаль и диплом «Человек тысячелетия». Среди лауреатов премии государственные и общественные деятели, медийные персоны, в их числе телеведущий Николай Дроздов, депутаты Государственной Думы, прославленные спортсменки Ирина Роднина и Светлана Журова. Для меня очень значима эта награда. С каждым годом мы получаем все больше признаний органов государственной власти, общественных организаций. Мы стоим на правильном пути, мы делаем большое хорошее дело. На этом 60-й выпуск Life is Good News завершен. Следите за новостями холдинга, будьте в курсе актуальных событий компании. Жизнь прекрасна. Будьте с нами!